Прессе Высшем. И да, у нас очередной выживастик, на этот раз под названием Мистер Преппер. И, по правде говоря, сперва увидев игру, я подумал, что это дешевая поделочка под This War of Mine. Но потом я поиграл, и знаете что? У игры определенно есть свой шарм, и она раскрывается, но раскрывается, конечно, в других механиках, в других моментах, но в любом случае пишите, что думаете об игре. Что ж, давай тогда попробуем начать новую игру и посмотрим, надолго ли нас хватит. Это у нас будет первый день, и звать нас будут Мистером Преппером. Хотя, знаешь, пускай лучше будут звать Валиком. Мне это имя куда больше нравится, чем какой-то Доктор или Мистер Преппер. И, я так понимаю, кастомизации какой-то настройки персонажа тут нету. Ну, что ж, жалко, но ладно. Что ж, смотри, нам предлагают пройти обучение, но я думаю, мы попробуем справиться своими силами. С тех пор, как мир поглотила чума, а в стране поменялось правительство, жить в этом городе стало просто невыносимо. Он совсем мертвый. Здесь нет ничего, кроме скуки, пропагандистских речей и тотального контроля. Я пытался сбежать, но на этот раз у меня ничего не получилось. Но я все равно отсюда выберусь. Меня называют мистером выживальщиком. Что ж, наш персонаж пытался мигрировать или свалить, кому как больше нравится, но у него ничего не вышло, поймали. И, судя по всему, его вернули в его же городок. Так, а ты еще кто такой? Мы вернулись в ваше место проживания, гражданин. Ввиду попытки побега, мы конфисковали ваш автомобиль, это стандартная процедура. Разумеется, покупать новый вам запрещено. Агентство выражает надежду, что вы не будете предпринимать дальнейших попыток покинуть Меркосвель. О, конечно, я уверен, что полюблю этот городишко всем сердцем. Похвальный гражданин, с сегодняшнего дня вы на испытательном сроке. Я буду регулярно приходить и проверять, нет ли в вашем доме следов бунтарской деятельности. Это стандартная процедура. Не сомневаюсь, что вы будете примерным гражданином, и мои визиты станут простой формальностью. Боже, храни президента! Боже, храни. Так, и это, судя по всему, наш домик. Довольно симпатичный, должен сказать, но нам все же придется сделать какую-то перепланировку. Все же нам придется довольно много создавать различных предметов, поэтому... А, да, нам, конечно, придется также много чего разбирать. И, наверное, начнем мы с мебели на первом этаже. Хотя у нас тут будет также ход в подвал, я не знаю, как он будет выглядеть, но... Что ж, давай попробуем тут собрать все, что у нас тут имеется. Так, отлично. И, пожалуй, кровать. Знаешь, а почему бы нам ее не поставить где-то вот прямо вот тут, на первом этаже, а не на втором? Все же на второй этаж нужно подниматься, как-то тратить время. Ну, зачем нам это надо? Давай просто поставим ее прямо у входа. Или вот где-то здесь. Мне кажется, здесь она будет посимпатичнее, а то прямо у двери это... Ну, это ужасно как-то. Ладно. Вот этот вот комод, я думаю, нам тоже не понадобится, поэтому давай-ка все соберем. А может быть, радио даже перенесу на первый этаж? Ну, почему бы и нет? Так, отлично. Взять, взять, взять. Взять и взять. Ну, коврик, наверное, тоже не будет лишним. Давай попробуем его забрать. Так, это у нас, видимо, шкала выносливости. Или сна. А это у нас здоровье. Так, план побега. Задача номер один — выжить. Задача номер два — сбежать! Найти источник пищи, посадить в бункере растения. Ага. Мне нужен источник пищи, пора создавать подземную плантацию. Агенту это не понравится. Ну, наверное, в зависимости от того, что ты именно будешь выращивать. Хотя, кто знает, может они вообще против всего подобного. 5 комнатной почвы, 5 пакетов семян... И все, в принципе, по большей части у нас есть дома. Ну, ладно, давай все же сделаем перепланировку, как я и думал. Так, у меня все же как-никак грандиозные планы. Поэтому давай, может, кровать мы перенесем куда-нибудь вот сюда. И, наверное, комод у нас будет где-то, пожалуй, у кровати. Погоди-ка, тут нельзя, нельзя, нельзя. А, ну вот, смотри. Так, слишком близко. Нет-нет-нет, погоди-ка. Сейчас мы тебя перенесем и сделаем все красиво. Конечно, это у нас не Sims, но все же тут можно создать какой-то такой, знаешь, домашний уют. Так, а это, судя по всему, нам пришло какое-то письмо. Давай проверим. Что ж, пора закупиться. Делаю заказ, забираю его через 2 часа. Вот так это работает. Так, ну,
и нам пришло какое-то письмо. Давай, может быть, тогда попробуем поторговаться? Дом Нэнси, супермаркет и Сергей. Так, у Сергея можно купить какие-то коробочки. И также можно что-то продать. Так, ну смотри. В принципе, можно было бы купить нам немного металла. Так. И думаю, этого нам для начала вполне себе хватит. $16 у нас на все это дело ушло. Может быть, в дальнейшем мы как-то сможем также и заработать, кто знает. Так, давай тогда это все закроем. Через 148 секунд наша посылка нам придет. Ну а пока что мы можем посмотреть, что это за письмо такое. Вот оно. Ну-ка, читать. Дорогой сосед, вам нравятся цветы, травы, любые растения. Никак не можете завести друзей, устали от городской жизни и унылых мужиков в костюмах, которые приходят к вам домой. Любите природу? Если ваш ответ хоть на один из этих вопросов «да», я в этом уверена. Приходите днем в лес. Возможно, вы найдете нового друга. Ваша травница. О, как мило. Что ж, давай попробуем к ней зайти. Правда, сейчас уже, наверное, поздновато. Да и выносливости у нас совсем мало. Поэтому давай попробуем... Так, что у нас тут имеется? Энергетик. Помогает бороться с сонливостью. Давай тогда, наверное, его используем. Получим немного выносливости. И, наверное, попробуем съесть вот такой вот супчик. Так, уверен, очень вкусный, раз у него восстановилось аж вот столько вот здоровья, или что это у нас. Так, и вот наш верстак. Ну-ка. Уровень безопасности 0. Верстак — лучший друг выживальщика. Создавай, разбирай, твори. Но агентству лучше о нем не знать. Так, и тут, да, мы можем разбирать предметы. Давай попробуем разобрать сразу же книги. Зачем они вообще нужны и кто их читает? Так что, я не знаю, что мы получаем за это все дело. Погоди-ка, что мы получаем за книгу? За книгу мы получаем немного древесины. Так что потом можем из книг сделать какой-нибудь красивый комод или заново собрать свою кровать. Так, вот у нас аж 4 стопки различных книг, которые, видимо, мы можем только вот таким вот образом утилизировать. Так, давай тогда еще немного разберем. Так, и нам пришла посылка. Отлично. Ну и да, конечно же, мы сейчас немножко еще разберем книг. И в дальнейшем можем сделать верстак первого уровня. Что, наверное, довольно круто. Так, вот у нас тут еще одна книжечка. Так. И давай тогда зарядимся еще раз каким-нибудь... энергетиком или что тут у нас? Да, тут не написано... А, смотри, написано доктор... Что это? Пеппер? Или препер? Ладно, попробуем тогда выпить все это дело. И посмотрим, что у нас там за посылочка. Должен был как раз-таки наш металл прийти. Точнее, коробочки, которые мы разберем в металл. Так, вот они, мои красивенькие. Хотя, знаешь, вообще можно было бы нам так сильно не тратиться. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Конечно, света у нас тут не так много, но ладно. Может быть, потом мы поставим тут снаружи какой-нибудь факел или какое-то грандиозное сооружение, но пока что, к сожалению, у нас не так много вариантов для крафта. Поэтому давай сейчас попробуем улучшить верстак. А там, глядишь, уже возможности наши увеличатся. Так, ну и вот. Верстак первого уровня. Давай попробуем его собрать. Довольно много времени ушло, но теперь мы можем сделать лестницу. Да, это правда требуется металл. Можем сделать койку. Вот такую вот странную. Суровая кровать. Очевидно, сон здесь не в приоритете. Да, это уж точно. Ну и, конечно же, верстак второго уровня. Где у нас, я так понимаю... Увеличится количество всяких различных рецептов и всего такого. Шкаф. Ну, и, соответственно, да, смотри, настенная лампа, грядочка, бейсбольная бита, вау. Вау. Давай попробуем сделать бейсбольную биту, нам для этого придется разобрать полочку. Ой-о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 й. Что ж ты делаешь такой? Так-так-так-так-так. Срочно пей энергетик! Отлично. А это еще что? Пора спать. Скоро вы просто рухнете на пол. Подожди, а мы же выпили энергетик.
Или нам совсем прям плохо? Ну, давай все-таки попробуем собрать... Нет. Он все же не сможет продержаться, поэтому нам все же нужно поспать. Хотя можно было бы продержаться на одном энергетике, но нет. Наверное, это будет затратно. Так что давай попробуем поспать. Спим мы на первом этаже. Ну, относительно недалеко от двери, но все же... Наверное, ему в какой-то степени так спокойней. Что ж, настал новый день, и мы можем отправиться в лес. Либо попробовать сделать ту бейсбольную биту, которую мы пытались собрать. И знаешь, я думаю, в лесу с бейсбольной битой будет куда проще. К тому же мы не знакомы с этой травницей. И в какой-то степени бейсбольная бита даст нам немножко какой-то харизмы. Или, может быть, мы сможем выбить ей скидочку небольшую. Так, у нас тут простая ловушка также имеется, но давай все же сделаем себе хоть какое-то оружие. Это у нас будет наша первая бейсбольная бита, которой мы сможем отбиваться от каких-то врагов. Если они, конечно, есть в этой игре. Так, смотри-ка, диванчик. Куча ткани. И, в принципе, его можно было бы продать. Но ткани и древесины мы довольно много с него получим. Поэтому давай, наверное... Угу. А, я бы, может быть, его оставил. Либо разобрал. Давай, наверное, отправимся все же в лес. Как нам это сделать? Так. Погоди-ка. Ну, наверное, нужно вот с той стороны пойти наружу нам. Так, а это еще что такое? Плохое состояние, живучесть снижается. Так, давай тогда покушаем хоть что-то. Я не думаю, что ты настолько у нас требовательный. Ну, ладно, скушаем супчик. Я думаю, нам, в принципе, можно было бы даже его с собой взять. Хотя, нет. Мы, наверное, возьмем немного морковочки. Вот она, наша морковочка. И попробуем с ней уже отправиться к травнице. Может быть, травнице отдать диванчик или еще что-то, что у нас тут осталось, что мы не разобрали. Может быть, она читает книги даже, кто знает. Так, и вот у нас лес. Отлично. На это, судя по всему, мы потратим какое-то время. Ну вот, лес, первый уровень и... Что это за хрень такая? Угу. Так, вот у нас тут какие-то растения. Есть вот какое-то бревно, которое мы можем разобрать, видимо, на древесину. Ну и, конечно же, олень. Так, с оленем мы никак не можем контактировать. Вот если у нас была бы ловушка, возможно бы мы смогли его как-то поймать. Ну или какого-то там, я не знаю, кролика, бордочка. Или что-то вообще обитает в этом лесу. Вообще, на удивление, довольно много оленей. Что не говори. Так. Эй, а куда мне, собственно говоря, идти? А, давай тогда попробуем собрать... А, смотри, то есть он не тратит время и каких-то сил на поднятие вот этой вот самой древесины. Ладно, давай тогда поднимем все эти бревна. Конечно, бревна таскать с собой это... Да, они тяжелые, очень тяжелые, я бы сказал. Так. Смотри-ка. И мы можем, судя по всему, отправиться только в левую часть карты. То есть у нас тут тропинка какая-то есть. Но здесь у нас табличка. Возможно, обитает как раз-таки травница именно там. Давай посмотрим. Надеюсь, у меня персонаж не упадет без сознания, потому что я не взял с собой энергетик. А, но будем надеяться. Так, черника. Отлично. Черника не прибавляет нам выносливости. Так. Неплохо. Покушали чернички. Так, а что мне тут делать, собственно говоря? Здесь у нас ничего. А, ну вот, смотри. Опять же, у нас куча оленей. Опять черника. Ну, в общем, много всего. Ой-ой-ой. Так. Еще черника. Ну и можно уйти глубже в лес. Я надеюсь, я не слишком далеко ушел. Но давай попробуем. Подсказка. О, не успел прочитать подсказку, но там было что-то с выносливостью. Так, рычаг. И какая-то мадам или что это?
О! О, батюшки, я не пряталась, я просто ягодки собираю. Боб, ты в порядке? А я не Боб. Я странный мужик с бейсбольной битой. Ну, здравствуй, Лютик мой. А я знала, что ты придешь. Какой сильный и способный парнишка. Давненько меня не называли парнишкой. А вы? О, где мои манеры? Меня зовут Дженни. Это я тебе писала. Уж прости за мою конспирацию, но осторожность сейчас не лишняя. В это время я обычно здесь. Я травница, ко мне можно приходить со всем, что касается трав. Меня называют выживальщиком. Рад познакомиться, мэм. О, прошу, зови меня просто Дженни. Позволь перейти к делу. Мне не помешала бы твоя помощь. Видишь ли, у меня есть чудесная хижина в лесу. Только я не могу туда попасть. Там все время бродит свирепый волк. Я все перепробовала. Он не купился даже на вкуснейшую сосиску с ядовитыми травами. Не мог бы ты от него избавиться? Волк, хижина в лесу. А корзинка и красная шапочка мне не понадобятся. Тебе очень подойдет светло-красный. Но я не из полиции моды. Прошу, помоги мне. И никому не придется спрашивать, почему у меня такие большие зубы и уши. Взамен ты можешь забрать из моей хижины любые материалы. Я все равно собиралась обновлять ассортимент. А как только я вернусь в хижину, мы сможем поторговать. Договорились? Договорились, я разберусь с этим волком. Так, Боб, ты слышал? Мы вернем себе хижину. А, слушай, ну это, конечно, все хорошо, но я не уверен, смогу ли я сейчас как-то сражаться с каким-то страшным-страшным хищником. Но кто его знает, может быть, как раз-таки наше здоровье позволяет нам это сделать, поэтому давай съедим немного черники. Оп. Отлично. И попробуем отправиться навстречу этому волку. Все же оружие какое-то у меня имеется. Так, ну и да. То есть вот мы взяли в руки бейсбольную биту. Что мне, собственно говоря, тут делать? Ну да, конечно, тропы тут не совсем прям такие удобные. Вот тут какой-то рычаг есть. Давай осмотрим его или как-то используем. Ну-ка. Оу. То есть он просто его забрал. Я думал, мы будем его использовать. Так, и вот, мы можем вернуться обратно, либо... Смотри-ка. Какая-то записка. Записка охотницы. Давай посмотрим, что там она написала. Погоди-ка. Конечно, выносливости у нас не так много. Охотничий клуб. Все, что можешь предложить, дикая природа Миркосвеля. У нас можно приобрести мясо самых разных животных. Застрел гуманный. А если вы хотите поохотиться с нами, предлагаем вашему вниманию широкий спектр ловушек и приманок. Ваша охотница Лавиния. О как. Так. Охотница, любопытно, надо бы посмотреть, что у нее есть. Так, и да, мы открыли охотницу. Судя по всему, нам нужно возвращаться обратно, потому что... либо мы уже из карты отправимся, либо... Сейчас, смотри-ка. Часы, статус выживальщика, чертежи. Так, а где, собственно говоря, я могу пойти обратно? Ну-ка, лес, и вот наш домик. Давай попробуем все же вернуться обратно домой. Мы устали, пришли из леса, у нас в руках бейсбольная окровавленная бита. Или что это? Слушай, похоже на кровь. Ну ладно. Это довольно странно. Так, давай тогда мы посмотрим, что у нас там с энергетиками вообще. Можно было бы использовать. И попробовать разобрать те бревна, которые мы нашли в лесу. Аж целых 5 древесины. Что, в принципе, неплохо, учитывая, что мы тут... Так, погоди-ка. Вот у нас тут есть относительно простой рычаг. Может быть, он пригодится для ремонта канатной дороги. Какой еще, мать его, канатной дороги? Ну ладно. То есть, вот мы тут еще стекло получим. И, конечно же, у нас... Есть стол, который мы могли бы разобрать. Древесина, я думаю, нам понадобится, поэтому
Давай попробуем все же. Так, мы можем сделать, кстати, ловушки. И довольно много ловушек. Для поимки невинных зверушек. Так, и вот у нас тут, видишь, есть лампа, которую мы можем собрать. И есть лестница, но для лестницы требуется металл. Для лестницы, к сожалению, требуется металл. Так. Погоди-ка. Что мы еще? Ну, я не знаю даже, разбирать диван нам или оставить. Вообще, в принципе, можно было бы поставить как-то в левую часть. Либо действительно разобрать его, зачем он нам нужен. Давай разберем. Конечно, на это уйдет довольно много времени, но я думаю, оно того стоит. Довольно много ткани, много древесины, поэтому почему бы и нет. Так, вот, мы начинаем уже немного уставать. У нас тут есть какой-то телефон или что это? Даже не знаю, нужен ли ему телефон, ведь он ни с кем не общается. Компьютер, я так понимаю, он тоже не использует. А, давай попробуем. Ну-ка. Путь заблокирован. Ну, судя по всему, как раз-таки он нам не нужен. Так. И, судя по всему, копать вниз я пока что не могу. Смотри, настенная полка. Полочка есть вот такая у нас. Полка мастерской большая. В общем, много всего интересного. И опять можем собрать диван. Слушай, а мы могли бы собирать диваны и стать такой мебельной фабрикой, потом их продавать и зарабатывать на этом деньги. Правда, куда их тратить, если честно, я не знаю. Но все же, мы могли бы это делать. Так, тут у нас еще какие-то есть контейнеры. Зеленые коробочки. Ну-ка. Что они... Зачем они нужны? Ну, в общем-то... Давай тогда попробуем ее разобрать. Раз она нам не нужна. Все же это металл. Как-никак. И нам это все дело понадобится. Рано или поздно, само собой. Так что давай все же попробуем разобрать эти милые коробочки. Так. И, наверное, мы даже успеем вот это вот разобрать. Так, уже поздно, поэтому давай, наверное, отправимся спать. Там немного покушаем и уже попробуем отправиться в лес. Убьем этого волка, а там, глядишь, нам дадут какую-то награду интересную. Так, подожди, есть спать, а есть вздремнуть. И чем это отличается? Ну, видимо, сон он полностью восстанавливает, а вздремнуть это, ну так, немного. Так, отлично. Большинство предметов можно использовать с помощью клавиши мыши. Угу. Буду знать. Так, и да, это уже у нас получается третий день. А, мы, по сути-то, ничего вчера не делали, поэтому давай, может, попробуем как-то отыграться. Возьмем с собой энергетик, чтобы чувствовать себя более бодренько, и уже вместе с ним... Так, она испортилась? Эх ты! Подожди. Ну да, она, видимо, испортилась. А мы разобрать как-то эту чернику можем? Нет, видимо, ягоды разбирать он не умеет. Но это было бы странно. Так что давай, может быть, мы отправимся действительно в лес. Так, вот у нас тут есть счетчик. То есть мы можем тратить какое-то определенное количество электричества. Соответственно, нужно, видимо, избавляться от, там, не знаю, компьютеров или каких-то светильников лишних. Ну, как мне кажется. Так, вот, смотри, у нас тут есть лес, где мы, собственно говоря, были. Сейчас тогда поищем хижину этой травницы. Так... Собственно говоря, вот мы отправляемся в леса, и у нас постоянно тратится выносливость, пока мы тут передвигаемся между этими локациями. Если выносливость... Оп, опять не успел прочитать. Ты посмотри на это. Так, ну и где-то... Да ты просто подбеги к нему с этой битой и врежь. Погоди-ка, стой. А, да схвати его! Эх ты... Ну, ладно, видимо, кушать нам сегодня будет нечего. Так, ну, ладно, мы все же за мир и любовь, так что никаких оленей, видимо, мы убивать не будем. Хотя можно было бы воспользоваться какой-то ловушкой. Блин, сколько же тут оленей, елки-палки. Видимо, волков тут совсем нету. Ну да ладно. Давай тогда уйдем вглубь леса.
разбирая предметы. О, подожди-ка. То есть вот у нас тут бревна какие-то имеются. А здесь я ничего не вижу, никакой тропы или чего-то подобного. И, соответственно, где наша травница-то? Так. Просто мы вернулись, получается, сюда, но... непонятно, куда можно идти. От слова прям совсем непонятно, куда можно идти. Какой-то карты у нас, соответственно, нету. Да, мы можем, конечно, чернику эту собирать. Но сдалась нам эта черника. Ну-ка. Ну и, соответственно, здесь у нас нету каких-то вариантов. Вбок уйти мы не можем. И, соответственно, подожди. Может быть, я, конечно, туплю довольно сильно. И где-то тут есть какая-то тропиночка, которую мы не заметили. Оу, мне показалось, или этот куст дергался? Нет, нет. Видимо, это у меня уже галлюцинации в лесу. Так, ну ладно. Ну, судя по всему, у нас не в этой части леса находится домик. Либо мы должны были к нему зайти как-то иначе. Конечно, жалко, что мы потеряли время. Ну и да, это чертовски странно, что мы заплутали в этом лесу. Так. Ну, давай тогда попробуем вернуться обратно. Раз такое дело. Потому что тропинок больше я здесь не вижу. Так, и низкий уровень живучести. Ты же, елки-палки, мы же не поели. Конечно же. А с собой у меня одна черника. Давай попробуем тогда ее съесть. Хоть она восстанавливает довольно мало. Ну, сейчас мы отправимся тогда в дом. Собрали черники, поели на халяву. В принципе, тоже неплохо. Так. Не так, конечно, много вариантов у нас в плане отправления своего. И, конечно же, дом травницы я так и не нашел. А, да. Грустно, грустно. Что не говори. Давай тогда попробуем, оказывается, у нас тут находилась стройка нашего бункера. Вот, мы начали наконец-то копать вниз. В принципе, да, несмотря на то, что у нас низкий уровень живучести и выносливости... А, живучесть. А живучесть у нас зависит, я так понимаю, от нашей выносливости или здоровья, или что это вообще такое. Так, ну, давай тогда попробуем как-то это все дело исправить. Немножко покушаем. Ну и, конечно, было бы неплохо нам заняться едой. То есть вот, смотри, у нас есть возможность создать лестницу. Так, наша первая лестница. И, конечно, было бы неплохо сделать настенную лампу. Потому что внизу, видимо, будет темновато, знаешь ли. Так что, да. Сейчас мы попробуем отправиться вниз. Так. Ну, смотри. Вообще, можно было бы вот тут сделать вход в подвал. Прямо у двери. Но, если честно, я бы его сделал где-то... то есть тут он не может. Тут он просто-напросто не может ничего сделать. Ну, двигать кровать, если честно, мне не хочется. Поэтому давай, наверное, у нас будет тут вход в подвал. И можно было бы накрыть это все дело, видимо, ковриком. Или нельзя это ковриком накрыть. Так, подожди. Ну, хотя бы так накроем. Оп. Конечно, это выглядит довольно странно, но все же. Так, и вот мы спустились вниз. Давай тогда это у нас будет первый светильничек. Такой вот у нас подвальчик. Как будто это подвал какого-то, знаешь, маньяка, где он разделывает своих жертв, которые заходят к нему в дом. Так, ну, давай, может быть, не знаю, прокопаем ниже. Ну, в принципе, почему бы и нет? Можно было бы прокопать и сделать такую довольно большую комнату. Вот такую вот. В принципе, довольно большое помещение получается. Правда, я не уверен, что... Ёлки-палки. А тебе хватит выносливости, пожалуйста, мне скажи. Видимо, придется выпить энергетик.
Так. Уже вечереет, поэтому в скором времени мы поднимемся и ляжем спать. Удобно, что у нас кровать прямо тут находится. Так. И, конечно же, нам нужен... Мы же несколько светильников делали. Давай посмотрим. Так, где у нас тут мебель? О, он зарядку делает. Посмотри-ка. После того, как он откопал подвал, он делает зарядку. Весьма похвально. Он должен вообще уже падать, в принципе, от усталости. Но силы, видимо, его не оставили. Поэтому давай сделаем светильник. И можно было бы сделать грядку. То есть нам нужно 5 грядок, нам говорили, помнишь? И, в принципе, с этим мы могли бы как-то... Ёлки-палки! Как же она долго делается. Так, энергетик! Срочно! Мне нужна твоя помощь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Хватит-хватит! Отлично! И давай тогда продолжай делать грядочку. Раз мы... Попили энергетика и кое-как восстановились. Можно было бы где-то... А, мы не сделали лестницу! Ну, конечно же! Как я мог забыть про нее, что нам нужна лестница, чтобы спуститься вниз. Так что давай мы возьмем, наверное... Оп, вот это вот. Тихо-тихо-тихо. И вот у нас еще один металлический контейнер. Тут есть еще какая-то посуда. Это керамика или что? Да, это из стекла у нас. Так, и есть вот такая вот синяя кастрюля. Аж 2 металла. Так, ну, мы могли бы, конечно, что-то... А зачем ты воду забрал? Не, давай-ка ты, наверное, воду обратно как-то заправишь. Либо... А почему у нас не в холодильнике она хранилась? Ну-ка, давай тогда воду положим. А, нет, смотри, не подходит. Так, ну ладно. Давай тогда спатеньки уляжемся. А там уже сделаем все остальное. Пока вроде бы у нас получается такой неплохой бункер. Вырисовываются какие-то комнаты, поэтому... Думаю, пока у нас все очень даже хорошо. Что ж, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Обязательно пишите в комментариях, как вам сама игра. Да и вообще пишите, что думаете. Мне, конечно, игра... Ну, не сказать прям, что очень понравилось. Она определенно интересна в плане своего сюжета, мира. Но во всем остальном, конечно, я даже не знаю, интересно ли будет в эту игру как-то переигрывать. Но в любом случае, на этом все. Пока-пока и до скорого. Берегите себя и своих близких.